Опять же, возвращаясь к одному из интервью вашего, даже, по-моему, в нескольких это беседах звучало, что вы предпочитаете выступать за границей. Неправда. Неправда, я да? Во-первых, я, как сказать, не то чтобы люди подневольные, да, если у нас есть какие-то предложения, мы, как правило, всегда соглашаемся. И если говорить о загранице, я всех люблю и уважаю, но просто я за границей себя чувствую, ну, не совсем комфортно. То есть, если... Комфортнее, чем в России. На 34-й день мне уже скучно, да. Вот, конечно, можно покупаться. Вот ближайший там апрель мы в Израиль едем, там купнемся там пару-тройку там дней, да? В апреле холодновато еще. Ну, сбросьте, в апреле. Да, нормально уже, можно. Ну, а ну вы же питерские, северные, закаленные. Я холодной водой обливаюсь каждодневно, да, но я не морж. Вот, и ничего, и... Ну, все везде хороши, мне вообще приятно где угодно выступать. Главное, чтобы люди, которые приходят на концерт, чтобы это было, соответственно, интересно и душевно, и для них в том числе. Вот это самое важное. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».